Мне пришла огромная-огромная посылка. Вау, да! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет видео подарочки от моих подписчиков, точнее от одного подписчика, и в конце я открою beauty box и посмотрим, что же там нам пришло. Еще не открывала, будет все это дело сюрпризом. А сейчас мне пришла огромная посылка от одного моего подписчика. В общем, написал мне и говорит: Селена, написал мне молодой человек и сказал: Селена, здравствуйте, я вас смотрю, мне очень нравится ваше творчество, ваш подход к видео, я бы хотел сделать вам подарок. Я, говорит, владею маленьким бизнесом и хотел бы сделать вам подарок. Пришлите мне, пожалуйста, вашу фотографию, самую любимую. Я, естественно, говорю: да, конечно, прислала фотографию. Через какое-то время мне приходит посылка. Вот такая огромная посылка. Ма, дай, пожалуйста, ножницы. Здесь написано стекло. Стекло. Огромная посылка. Я надеюсь, что стекло целое. Тебе любопытно, мам, поглядеть? У меня мама в гостях еще. Конечно. Какие подарки мне подписчики делают? Огромные. Так, сейчас. Ой, тут будет много мусора. Аккуратно. Что-то я уже вижу там. Подожди. Так положи. Положи. Я ж такая, мне же надо все. Ой. Какая красота! Ну-ка, отрежь, пожалуйста, вот этот низ. Низ отрежь. Убирай. Друзья мои, ну такого мне еще никто не дарил. Та-да-да-да! Вау! 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 Охренеть! Это я! Я на стекле! Блин, сейчас я до конца распакую все. Блин, как это круто! Мне никогда не дарили такие большие картины. Мам, скорее дай ножницы еще. Офигеть! Только знаете, что печально? Что этот молодой человек не прислал мне письма. Блин. Как красиво. Ой, офигеть. Блин. Итак, мои хорошие, вот такой невероятно замечательный подарок присылал мне человек, мой подписчик, у которого свой маленький бизнес, и он делает вот такие картины на стекле. Честно говоря, я не ожидала, что это будет смотреться настолько эффектно. И мне прям хочется, чтобы она всегда была на фоне вообще, представляете? Это круто, это невероятно. Еще и сзади, смотрите, во-первых, стекло очень плотное, и оно не такое прям сильно тяжелое, как мне думалось бы. Здесь у нас есть, смотрите, крепление сзади, то есть ее можно повесить, да, железные такие. И еще вот такие специальные штучки, чтобы она, видимо, ровно была на стене. В общем, я думаю, что это невероятно круто будет смотреться у нас на фоне. А, кстати, вот именно это фото, это же с фотографии с моей нарисованной. Это тоже рисовала одна из моих подписчиц в Инстаграме. Здесь даже ее Инстаграм. Иичриспи. Вот. Иичриспи. Не знаю, как правильно читается, но вот я даже не убирала вот здесь ее название, чтобы была память. А здесь у меня нарисован знак бесконечности. Как вселенная. Она бесконечна. Вот. И это я. Символ розовые волосы. Почему-то я сейчас блондинка, конечно, не крашу волосы в розовый цвет, но почему-то я считаю себя в душе с розовыми волосами себя вижу. Поэтому у меня на главной канала шапки именно девушка с розовыми волосами, то бишь я нарисованная, да?
И вот картина в доме, я прям не знаю, мне кажется, в моем интерьере, когда у меня будет своя квартира, белые стены, и эта огромная картина будет просто нереально круто смотреться у меня вообще в комнате. Молодого человека, который подарил мне эту прекраснейшую картину, которая меня безумно очаровала, очень нравится, я считаю, что это очень крутой подарок. Зовут Виталий, большое спасибо ему. Жалко, что он не предоставил письма, которое можно было бы еще и зачитать, но я знаю, что у него свой маленький бизнес, и он делает такие картины. Поэтому я, честно говоря, хотела бы поделиться таким творением, и если кому-то интересно такое, или кто-то думает что-то реально сделать на подарок кому-то, то мне кажется, что это очень-очень круто, очень эффектно, и меня, честно говоря, удивило и порадовало, я даже не ожидала, что будет настолько красиво и эффектно это. И обязательно оставлю ссылку под видео, на сайт, где можно заказать вот такие шикарнейшие картины. Я очень довольна, мне очень приятно, это один из самых прекрасных подарков, которые мне дарили. Спасибо большое. Какие у меня крутые подписчики! Нифигашечки себе! Ну а теперь приступим к нашему бьюти-боксиков. Сегодня видео сюрпризов неожиданных. Надеюсь, бьюти-бокс нас тоже порадует чем-то интересным. Итак, распаковываем. Мой самый любимый момент, если честно, это распаковывать то, что ты не ожидаешь увидеть. Та-ра-ра-дам! Поехали! Итак, бьюти-бокс «Сила волос». Тут у нас описываются продукты. Так, рекламка. Так, первое, что я вижу, это маска для волос «Интенсивное восстановление и укрепление». Вот такая масочка. Устраняет до 63% повреждений, запечатывает секущиеся кончики, укрепляет волосы по всей длине, предотвращает сухость и ломкость. Ничего себе, возьму это в дорогу. Питательная маска для вьющихся волос. Но у меня не вьющиеся волосы, поэтому это надо будет кому-нибудь задарить. Хорошо люблю бьюти-боксы, потому что мы девочки такие девочки, не подойдет мне, подойдет моей подруге. Дальше смотрю, что-то красивое такое. Ух ты, ух ты. Что же это такое? Распечатываем. Очень интересно. Ух ты. А здесь две какие-то... Значит, одна баночка Митовитан Актив. Это концентрат митохондриального антиоксиданта. Косметическое средство. В общем, программа старения. И вот такой же маленький пробничек. Сыворотка, которая предотвращает старение. В общем, с инструкцией, очень красиво упаковано в такой упаковочке. Дальше, Dove. Вау, Dove! Вот если бы вы еще нашли спрей Dove, было бы очень круто. И вообще, что они уже не производят его? Вообще, Dove люблю, и совсем недавно я была в Ашане и смотрела, и думала, может попробовать шампунь Dove, так как я люблю этот кондиционер спрей Dove, но его нигде уже не могу найти. Он самое лучшее, что я когда-либо пробовала. Но нигде не могу найти, и даже мои девочки тоже не могут найти. Я подумала, ну вдруг и шампунь, и бальзам тоже крутые, надо попробовать. Но не взяла, я как знала, что бьюти-бокс мне шампунь и восстанавливающий бальзам, а ополаскиватель с куркумой и кокосовым маслом в бьюти-боксе предоставит. Спасибо. Дальше я вижу какой-то сухой лак для волос. Что значит сухой лак для волос? Объясните-ка мне. А он что, бывает мокрый лак для волос? Ну, не знаю, можно попробовать на кончике. Ну, лак как лак. Почему сухой? Непонятно. Пахнет духами. Фиксация 3. Дальше вижу что-то необыкновенное. Кондиционер для волос 2 минуты. Смотрите, какой в баночке такой увесистый. Написано «не для продажи». Перепродать уже не смогу. Такой очень внушительной упаковочки, знаете, как лекарственные какие-то упаковки делают. Так, с биоргановым маслом ухаживает за волосами и восстанавливает их. Мы сознательно отказываемся от синтетических красителей и ароматизаторов, парафинов и других нефтепродуктов, силиконов, ПЭК-эмульгаторов, парабенов. Ничего себе! То есть эти люди принципиальные, кто создает вот эту вещь. Обязательно надо попробовать. Давайте занюхаем. Кстати, я вижу, что он твердый, видите, бальзам не жидкий такой, что раз и потечет, он там твердый. А какой у него срок годности, вот интересно. Потому что если это все на основе натуральных компонентов, то, как правило, очень недолговечный срок годности.
Состав очень хороший, я тут смотрю. Годен до 08.2019. Ну, более полугода даже хранится. В общем, время есть, не так мало он хранится, как я думала. Обязательно попробую. И вижу тут еще две баночки. Это шампунька. Такая желтенькая шампунька. Шампунька Корвус. Корвус. Вот это мне все в дорогу прям, они как знали. Ой, какой запах. Это Кристинка любит у меня такие запахи. Так, Сарина Кия, что это такое? А тут даже все по-английски и не написано. Прибегнуть надо к нашему. Так, натуральное африканское масло ши для волос. Девочки, полная баночка такая стоит 3-400, представляете? А вот такая полная, мне пришла, кстати, полноразмерная, вот этот вот кондиционер для волос 2 минуты, стоит 1879. Ничего себе. Еще вот такие вот две, то, что я вам показывала, вот они. Омолаживающая сыворотка и интенсивного действия, стоит 2799, но это полноценная, а мне пришло маленькое, представляете? Не-не, вот это стоит 1250, а вот этот крем... вот этот крем, он стоит 2799, но мне вот пробнички пришли, надо попробовать. Лак, кстати, 321 рубль стоит. А шампунь и кондиционер Dove стоят по 196 рублей, на самом деле недорого. В принципе, все, вот такая бьюти-бокс коробочка, ссылочку на бьюти-бокс я оставлю под видео. Как знаете, мне постоянно приходят эти бьюти-боксы, я с большим удовольствием делаю на них обзорчик, потому что это девочки, это всегда что-то новенькое, это всегда сюрприз, и в принципе, мне кажется, прикольно вот так подписаться, чтобы каждый месяц тебе высылали эти бьюти-боксы, и каждый месяц ты просто была девочка-девочка, когда к тебе приходит какой-то подарок такой неожиданный, который ты уже, может, даже и забыла. Красиво упакованные, и это хорошее настроение, и что-то новенькое обязательно, что можно оставить себе или подарить другу. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Еще раз большое спасибо, Виталий, за такую невероятную картину. Мне она действительно очень нравится, и я надеюсь, что кто-то из моих девочек тоже захочет что-то себе такое приобрести и обязательно вам напишет. Ссылку, еще раз повторюсь, оставлю под видео. Эта картина будет меня радовать теперь. Вообще, спасибо большое, это очень крутой подарок, спасибо. Еще подарки от моих подписчиков также едут в дороге, обязательно тоже все покажу. Ну, а я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!